Руководство 6-й горбольницы обнародовало записи с камеры видеонаблюдения после скандала. Медики уверяют, что пациент сам ушел из больницы, позже его нашли мертвым на территории медучреждения. Родственники погибшего уверяли, медики якобы не оказали ему первую помощь. Мужчину госпитализировали из магазина, где ему стало плохо. Но, судя по съемке, мужчина действительно сам вышел из учреждения и бродил по территории. Позже его тело нашел водитель медицинского учреждения. В больнице мужчина в сознании, контактен, запах алкоголя от него, от госпитализации отказался, записана электрокардиограмма, давление, все нормальное померили. То есть час он там находился, полежал, подремал, потом закурил в приемном покое. Ему сделали замечание, что там курить нельзя. Он вышел на улицу, ушел из больницы. Проверка по этому делу еще продолжается.